Так, сейчас завозим, поедем Шульгино посмотрим. Миша, а ты пластик тот не поставил? Не слышит. Так, тряпочку сюда. Так, одной рукой мне не получится, так что как получится двумя. Опа. Чуточку я вылазил, выезжая, заезжая. На первой тут еле проехать, так что, ну, особо смотреть нечего, так что смотрим, что дальше. Ну, в продолжение видео, а дальше было следующее. Значит, не доехав до поля, потекла помпа. Потекла помпа. Помпа потекла. Пришлось мне долить воды и вернуться обратно. Так что продолжение видео у нас будет замена помпы. Сейчас попробуем показать, как это все будет происходить. Если будет интересно, конечно. Так, это помпу снимаем. Пришлось радиатор отодвигать. Вентилятор не вытаскивается. Попробуем поставить бычковский на 6 лопастей. Получше, потому что рабочая что-то у него здесь почти 90 на воде. Сразу не заметил, но, наверное, и термостат придется менять. Тут профессиональные болты стоят, но так что, наверное, придется поменять на 14, да? Ну, я говорю, тут этот колхозный вариант. Да, 4 болта, блядь, 12, 13, 14, 15. Все сняли. Сейчас поедем, помпу возьмем, термостат, наверное. Я думаю, что он там и не нужен, Серега. Ну, в принципе, да. Назад поставим и...
Так, воткнули новую помпу. Сейчас ее протянем. На 14. А. Не, открутить надо. Крутить? Открутить. Зачем? Генератор. А. Не попал, да? Нижний наживил? У-у. Почему? А там не подлезьте, бля. Сейчас ключом. Хули тут все, блядь, разное, нахуй. Один такой, другой такой, блядь. Нет, эти-то одинаковые. Он с этой стороны его ближе лучше. Ладно, смотрим дальше что. Ну, вот так это все выглядит. Помпу новую поставили, прокладки поменяли. Осталось термостат. Миш так и не закрутил генератор. Я его не затягиваю. Ну да, что его затягивать? В поле затянем. Так, вентилятор поставили от бычка. Все, он влез. Запихали. Затянули. Сейчас термостат ставим, посмотрим, проверим, как все. Так, ну проверка. Ты закрыл блок? Да. Вот так это все выглядит после ремонта. Верхний-то маленько коротковатый, или я сильно его засадил. Сейчас Мишаня зальет. И мы стартуем. Поставил от бычка, потому что, блин, 80-90 была рабочая температура. По газу больше даешь обороты двигателя. Он как бы за 90 под сотню на воде, как бы херово. Ну, и решили поставить от бычка. Ладно, сейчас заводим, смотрим. Так. Дополнительно прикрутил. А, новый патрубок остался, но завтра поменяю. Сегодня так. Попробуем с таким завести. Прогнать, посмотреть, что у нас получится. Сейчас попробую с ключа. С ключа то заводит, то не заводит. Кто знает, из-за чего щелкает. Бывает, схватит, бывает нет. Приходится напрямки. Напрямки сейчас покажу. Так. Он перемыкается. Обсохнет, проработает маленькое, посмотрим протяжку вентилятора. А еще воздуха на эту сетку не поставили, да, сейчас поставим.